Дорогие друзья, Марине в садике вручили вот такой вот кулек. Так, ну вот этот, получается, на который мы деньги сдавали. А это от садика. Кто поможет открыть? Я. Ну, давайте кто-то помогайте. Маша. Мармеладки потом Мариночка себе откроет. А мы вот этот хотим посмотреть. Нам интересно, что в нем. Сейчас, подожди, Ваня. О, киткаты все в основном. Да, и Несквик. Вот эти все. Да. А вот в этом открой, покажи, что. Ну, тут разные киткаты и Несквик. Положи, Ваня, подожди. Сейчас посмотрим, что там. Катя, собери в киткат туда. Вот такие вот подарки у нас в садике им дали. Вот мармеладки Мариночки. Мишки. Так, а что от садика дали? Ну, так же, как... Подожди, Марина, подожди секунду, пожалуйста. Сок дали. Твикс, Барни, Милки Вей, шоколадка. Вот сок и Барни сразу Марине отдаем. Это убираем. Ну, ладно. Все, сейчас ребятки хотят открыть эти подарки и взять по одной конфетке. Ну все, можете открывать и брать по одной. Я Милки Вей хочу. Милки Вей хочешь? Ну возьми Милки Вей. А, шоколадку большую, что ли, хотите? Да что вы говорите? Ваня, подожди, мама откроет. Он потому что сильно заполнен. Вот такая вот вкуснятина. Высыпает? Что, сдурела, что ли? Так копайтесь, ищите, кому что надо. Ладно, дорогие друзья, вот такие вот подарки детки получили. Сейчас будем наряжать елку. Так, дорогие друзья, занесла я игрушки. Нам когда-то их отправляла подписчица. Вот такая вот сосулька. Подожди, подожди, Маша. Ну, показывать хочешь? Да. Надо ножницы здесь. Дайте ножницы маленькие. Там на столе лежат или где они? Да, давай я покажу. Подарочки, снежиночки тут всякие. Три сосулечки такие. Вы извините, я сяду поудобнее, а то мне не... Мишура, да, я думала, у нас мишуры нет. Вот как раз шарики большие. Дайте ножнички. Разные шарики, видите? О, какие красивые. Сейчас будешь украшать, сейчас. Целая куча маленьких. Мы, наверное, большими-то шарами не будем украшать. У нас же маленькая елочка. Аккуратно. Машенька, аккуратненько доставай. Ножницы дайте, пожалуйста. Куда дели ножницы? Здесь же были ножницы. Маша, вот боком. Вот смотри, боком, Маш. Боком разверни. Достала уже. А там еще что-то. И звездочки. Каким будем украшать? Вот давайте шариками, звездочками и вот такими. А большие обратно сложим туда. Вот это вот, Маша, обратно можешь вставлять. И мишура, сосульки. А вот это вот все остальное, сначала вот это вставляй обратно. Потому что куда нам столько, так ведь? Сосульки ложи и шарики аккуратно составляй. Пускай также в упаковочке потом и лежит. А вот этими подарками, вот этому на верхушку. А где наша звезда? Дайте нашу звезду. Где наша звезда? Давай. А вот это вот все наши игрушки, какие были у нас тут. А где наша звезда? Вот она, наша звезда. У нас вот такая вот звезда, она уже очень старенькая. Вот такие вот игрушки у нас. Но мы сейчас тут тоже переберем и решим, как и что украшать. Катя, будем. Все, дети, что, Мариночка? Ну, сейчас я установлю на штатив, наверное, и будете сами снимать. Хорошо, Ся? Пойдете в зал, может быть? А, ты хочешь примерить? Тут я хочу. Не, это вдвойне сложи верхушку. Вот, открыл наконец-то. Ой, мам, смотри. Ну, подожди. Вот так вот. Или все-таки, ну-ка, а приложи звезду. Мне кажется, звезда будет лучше смотреться. Еще можно даже вдвойне сложить, Маша. И прям сильно-сильно зажать так там. Мне кажется, звезда будет лучше. Напишите, как считаете. Все. Только как-то это буквом-то ее немножко сделала.
Вот так вот звезда будет лучше смотреться. А эту положив в упаковку тогда, хорошо? Чтобы ее не потерять, не пол. А это приделывать надо к ним, чтобы вешать. Видишь, они без этих. Вот видишь дырочки. Вот дырочки. Держи. Веревочки ты имеешь в виду? Веревочки вон здесь есть. Сейчас я размотаю. Не, он пока Машу показывай. Че? Блин. Ванечка капризничает, Ванечка болеет. Ванечка не конфетку хочет. Не открыв. А что у нас такие девочки там? Открой конфету. Все, вот я развязала. А дальше вы уже сами, а я буду вас снимать. Вот. Вон, Машенька, вот. Маша, цепляй звездочки. Вот и крутите. Со всех сторон. Вы веточки хорошо распределили на все стороны. Вот смотрите, вот здесь вот пустота. Распределяйте. Веточки сначала выпрямить надо. Ну вот будет у вас елочка нарядная. Их еще не сделали, подожди, пока немножко. Их еще делают. А что-то мало этих ниточек-то. Сейчас я... Не, с другой стороны, вот поверни, крутите елочку-то разными сторонами. У тебя вот получается одна сторона вы будете украшать, а другую нет, что ли? Где-нибудь выше, ниже, без разницы как. Ванечка сидит, кушает. Машенька еще получила также Василек. Вы видите, посылка стоит. А там вот какая-то китайская пришла, еще не знаю. Но крутите елочку, веточки заодно поправляйте, хорошо? Чтобы оно вот как-то это было покрасивее. Маша, сделай снежинки все. А такие не будем вешать? Нет, будем. Нет? А тут есть тоже красивые, кстати, игрушки. У нас еще и вот такая вот есть игрушка. Это звезда. Я знаю. Есть вот шарики еще. Вот прям подходит. Вот тоже шарик есть. Вот шарик есть. Вот еще шарик есть. Это у нас старый шарик еще. Им знаете уже сколько лет? Такие вот дети не хотят вешать, говорят, не сочетаются. Ну пусть сами что-то делают. Мама, сейчас еще игрушки тут он еще. Тут есть, которые мы делали сами. Есть такая вот шишечка тоже, ее шаричек. Видите, покупали когда-то же. Это у нас чай был, Ричард. Тут часы. Есть вот такая сосуль, сердечко, но она сломана, ее выкидывать надо. Дальше ищем еще вот шарик. Тут дети в этот момент наряжают. Еще шарик. Это самодельный шарик мы когда-то делали. Можно вот такими вот игрушками дом украсить. Марина, ты что ноешь? Дорогие друзья, мы повесили еще одни гирлянды, которые сегодня у нас пришли. Вот так вот их развешали. Сосульки. Как вам, дети, нравится так, Маша? Да. Мы сейчас с Катей и с Машей их сделали. Хоть я себя не очень чувствую, но мне
хочется детям помогать тоже. Короче, вот так вот у нас получилось. Супер! Сосульки такие-то классно. Там на окно даже еще хватило. Напишите, как вам. Короче, переделали опять сосульки. Катя предложила так вдоль стенки сделать. У нас вот здесь штора гирлянда, там есть соединительная специальная. И вот так вот идет. Напишите, как вам.